Певица Слава рассказала, что рассталась с гражданским мужем. Певица Слава записала видео. Популярная исполнительница откровенно рассказала о своих чувствах. Певица Слава, настоящее имя Анастасия Слонёвская, сильно переживает за свою 21-летнюю дочь Александру Морозову. Некоторое время назад та отправилась во Францию, чтобы подтянуть французский язык. Однако ситуация с коронавирусом нарушила все ее планы. Александра приняла решение срочно вернуться домой. Молодой женщине предстоит непростой перелет из Ниццы в Париж, а потом из Парижа в Москву. Вообще за всех переживаю. Анатолий, мой любимый, тоже живет сейчас в городе. У него там дела. Скорее всего, 2 недели он будет там жить, рассказала певица Слава. В свою очередь, сама артистка находится с 8-летней дочкой Антониной за городом. Таким образом, певица сообщила о том, что временно рассталась с гражданским мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким. А еще расстроенная Слава призналась, что чувствует упадок сил. Певица пояснила, что была сильно заряжена перспективой скорого гастрольного тура. Однако ей пришлось перенести его из-за начавшейся пандемии коронавируса. Кроме того, популярная исполнительница призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Один глаз у Славы стал плохо видеть. Всему виной чрезмерные увлечения различными гаджетами, которые отнимают у нее много внимания. Артистка рассказала, что обратилась к врачу, и тот посоветовал ей поменьше сидеть в интернете. Слава предупредила, что теперь она будет реже заходить в свой Инстаграм и радовать фанатов свежими постами.